From St. Petersburg, Russia, the reigning, defending, undefeated WBA light heavyweight champion of the world, ladies and gentlemen, Dami Gospoda, Dmitry Bivol! В режиме турнира ты заранее не знаешь, кто будет твоим соперником. Дмитрий сейчас атакует удары руками, он не вкладывает. Делать дальше. Опа, нет, это не надо. Досрочно чудом удалось победить, но вот пройдя те 4 раунда, конечно же, лени буквально, это было полминуты назад, я подумал, что он сдается. Да нет. Полторы минуты. Пропустил тяжелый боковой удар. Дают во многом благодаря тому, что отмечают, что у него все... Но пока он выбрасывает довольно легко. Посмотрим, что будет дальше, потому что... Сейчас Бивол... остановился у канатов. Бивол все-таки, кто знает, как он будет чувствовать себя дальше по дистанции. Хотя... Я в вечерах, которые устраивает от компании «Мир бокса», что... Хороший джек. Ну вот, справа хорошо, еще говорил, раз справа попадает. Начинаются более решительные действия. Петернов остался у канатов, пытается... Встречу пропускает, тяжелый удар, нокдаун. Ударить навстречу, но получил довольно-таки тяжелый нокдаун. Разбит нос, времени еще более чем достаточно в этом бою. Бивол атакует. Угол останавливает. Thank you.
Keep it up! Keep it up! Don't let him breathe! Close the ring! Cut off the ring! Да, хороший раунд в исполнении Димы, но пока... Вот о чем я говорил, правая, вот левая, попадает, сколько, попадает. В тяжелом состоянии находится бразилец. Победитель, конечно. Знаете, удар справа сильный. Иногда я же говорил, что Джексон Джуниор проигрывал досрочно. Хочу сказать одно, что Джексон Джуниор мужественный боксер. Многие после таких падений не выходят на раунды, и попытка добить соперника не получилась, но не теряется контроль на высоте. Бразилец пока терпит, но опять-таки просто терпит, стоит на ближнюю дистанцию. Нужно ли? Но у него какие-то свои задумки на этот счет. Оба правый, прямой навстречу. И стал новым интернациональным чемпионом WBA в полутяжелом весе. Творцов успехов Дмитрия. Справа попадает Бивол. Он вообще активизировался в атаке и хорошим мужеством, и хорошей подготовкой техник. Снова на поединок и опять с сильным боксером. И причем не просто. Крутится, вот, а Евгений вынужден ловить его на взгляд. И вот сейчас очень много пропустил ударов. Но кажется, наседает на соперника, как он мог бы. Здорово. Как здорово! Отработал, но пропустил, вот ответ, правда. Да, на встречу пропустил. Ну вот Дмитрий сейчас хорошо в концовке. Чтобы у тебя она была именно, если правша, значит правая и будет сильнейшая. Сейчас очень хороший эпизод в исполнении Дмитрия Бивола. Он поймал на противоходе. Вот хорошо сейчас.
просто прямыми продолжает Дмитрий действовать. И опять на ногах разрывает дистанцию, сокращает, разрывает, сокращает. И прямые, Дмитрий Бимов. Просто прямые удары. 5 секунд. Отстучал хронометрист. И они заканчиваются. Дмитрий Бимов! Ух ты, хорошо на встречу провалил. Еще раз добавил. И давит, продолжает прессинг Бивал. Да, надо развивать этот успех. Еще хорошее попадание. Бериш проваливается. Ничего показать не может выдающегося. Держится на морально выливых. Да, то есть руки разлетаются. Защиты нет. Но спасет его гон, конечно, не дожмет. Но концовка однозначно за Бивал. Еще двойка зашла. Продолжает работать Бивал. Ни одного попадания со стороны Бериджа, да? Посмотрите, куда-то точно... выбрасывает туда. Да нет, ну абсолютно. Он ждет эти удары. Вы смотрите, то левое, то правое у головы, сбоку. Все время еще защита, один очередной нокдаун. Скорее всего, абсолютно доминант. And Clarkson, at one point, was ranked number two nationally. Right hand drops Bivol. Well, if Clarkson's not going to hold, you better let that left hand go. And he's pivot all... around him. Don't think he's all the way back yet. Down he goes. Doing a very good job of holding. Not even trying. Yeah. Three punch combination, and down he goes again. Gloves are out, and his gloves are high. Oh. Combination to the head again. Clarkson staggering back against the ropes once again. There's a left hand to the body. Getting overmatched. There's two quick jabs and then a straight right hand. So far in this round, Clarkson's loosed a little bit, and that. Since the fall of communism in 1990. Nice work there from Bivol. Good right hand. Oh. Put it up. And a wonderful blistering. Oh, lot of punches, and he's going to go down here. In the... I think that had something to do with the first round onslaught. And here he comes again, Dmitry Bivol. Big punches going in. Agnew getting the gloves up tight in that neutral corner. Yeah, that was smart on Agnew's part right there. He tried to smother him. Again, looks for that big left hook over the top. And one from the other side. Stop. And he doesn't like it, Agnew, and neither does Russell Mora. It is all over. Fans, they all believe. Not sure many believe in him. Just losing his. From the stunning city of St. Petersburg, tries to get a right hand in. There's the judge of distance. Oh, and a beautiful right hand! Lays Trent Brown. Combination, you know? He lands both shots. He lands the left jab, he lands the straight right hand. He lands a left hook that really wobbles Pereira. He lands another left hook that wobbles Pereira. Go here and there, but their punches, for the most part, are about even. Trying to come up and land something big over the top. Right now, we're looking at how bad does Bivol want it? Because if he wants it bad ball at this point in a fight. Well, if we thought Bivol might have been slowing down a little bit in the last round. He keeps his hands up very high, and he has quick hands. Max Kellerman, correct in top of the amateur boxing world. It also tells you, you want to see more American champions, we have to get our amateur. Oh, down goes Pereira. Talking earlier about he went it, how Bivol seems to go into boxer mode. Thank you.
absorb some of these power before an early stoppage. Bivol's hard right hand upstairs and timing are exquisite. And he yesterday we seen Max get early on for the fight training camp. Cutting it a little too fine, more intensely. You know, we have to wait until Jwin in every round for the last five. Counter from Bivol. He was exchange. Colombo with the unorthodox, tricky guy, Jim, right, who can destroy your time. Look at the deception in it in order to land it. Here's the left hook that Bivol hurt him with. It was a wide left. I think he's distance, yeah. And he's keeping his hand, just trying to work the fundamentals. Facts. That right hand stopped him in his tracks. So in his eyes, it didn't look good. And that right hand, that right hand's doing damage right off the bat. And now it doesn't feel good as he gets hit. Yeah. And he's oh, right down the middle. Left. A mile of one jab. While hitting you with the right. And Yachislav shoots. You don't have a full fight in you. You've got. He's not quick at a shot like that, and that's enough. No, and we see from would-be peekaboo defense. Who looked by Pascal. Pascal looks tired. You can't hide the pain from the body. Well, ain't Bodic in terms of its reputation. Make a mistake. Well, on the outside. Got caught, but. He's top mechanical genius. Is innocent, you'll be accused of left hook. Aggressive. Here is perhaps getting a second wind here as he saw an opening and tees off on Pascal. Pascal was. This is where 27, about the eighth round again. Overhand right. Bivol sticking to his task. Still the WBA light heavyweight champion of the world, the fighting pride of St. Petersburg, Russia, Dmitry Bivol!